История хоккея насчитывает уже много лет. Чем только за все это время не играли игроки, особенно дворовые команды. Тем не менее, изначально в хоккее играли мячами, затем квадратные шайбы, а в начале развития современного хоккея в течение 4 лет с 1875 по 1879 хоккеисты гоняли по льду деревянную шайбу. Но, видимо, по инициативе Greenpeace от таких шайб отказались в пользу более долговечных звуконизированной резины. We'll be right back.